Роботы нас не заменят, потому что только человек может делать открытия. У него есть такая способность. А и почему вообще появился человек среди живого? Эволюция движет человека к созданию существа, которое наиболее высокоадаптивное, чтобы не вымерли, как мамонты в проледниковом периоде. Появилась жизнь, а вот высокоадаптивное существо в конечном счете становится творческим, потому что созидает новое, чтобы как мамонты не вымерли, чтобы жизнь была на Земле. Да, вот в чем дело. И почему создана мной школа Homo Futurus? Чтобы сегодня человек уже мог воспитывать у себя качества и способности, которые в грядущих поколениях у него проявятся. Именно созидательные качества, озарение по заказу, чтобы он мог в нужный момент пользоваться своими ресурсами, чтобы он мог открыть себя. И наша задача – открывать себя. И тогда мы становимся сегодня человеком будущего. И еще вот сейчас – у нас в школе Homo Futurus будет и закрытая, и открытая часть. Смотрите там у меня в Фейсбуке и ВКонтакте. Закрытая группа и открытая группа. В закрытой группе будут участники, которые уже прошли наши встречи и уже знают эти приемы. И могут делиться между собой, уже зная. А в открытой части все желающие, которые тоже хотят присоединиться. Там будет очень интересно. А это вот как раз таки, ну да, конечно, скрипач, космос и скрипач. И мы сейчас начинаем, но не только так, чтобы я научил вас рисовать, я научу вас в нужный момент получить по заказу желаемое состояние для творчества. До встречи, друзья.